Привет, дорогие друзья, с вами я, Серафим. Мы продолжаем доставлять неудобства нехорошим ребятам, да, из нашей мафиозной игры. Вот, то есть, ну, как бы посмотрим, что мы в этой серии сделаем, что сможем. Девушка, а чего вы тут так странно стоите, оперевшись об стеночку? Такс. Ну, давайте. Как бы тут. О, вот отсюда можно технично зайти. Давайте. Так. Тут все ребята сидят, да? Бабло. Воу. Какой-то. А, ты типа нормальный чувак? Что-то. А что ты здесь делаешь тогда? Пока они там допрут, чё куда. Так, нам крышевание. Ну давайте, погнали. Какая-то хрень здесь происходит, говорит. О, машина полицейская. Стоит, как ни в чем не бывало. А этот вообще не при делах. Так, ну прикольно, по крайней мере, крушить бизнесы. Взяли в одном районе, намутили воды. Они там такие, блин, чё делать, чё делать? Здесь мы, кстати, были, да, журнал стырили. Это похожее место, да? Красные тачки ездят. Короче, мы их обанкротим по полной. Так, патронов нужно докупить. Так, теперь, я думаю, вот сюда лучше съездим. Ребят только позлили, да? Грузовиков, конечно, немерено катается. Так, где-то здесь еще прослушечка, вон уже вижу. Нужно будет внедриться. Давай. Так, ну вот еще одна прослушка активирована. Тут еще раз, два, но возле босса. Вернее, возле этого головореза, да, можно так. Здесь, о, здесь будет бизнес какой-то, да. То есть это не просто так место. Happened,
Здесь, соответственно, все закрыто. Как нам сюда попасть? Не маленькое помещение, скажу я вам. Keep clear. Угу. Давайте искать вход в эту лабуду. Здесь никак. Там, здесь куча всего. А, да, точно. Забыл. Нам нужно еще патронов. Смотри, теперь патроны нам почаще нужны. Хентай, он сказал? Ты, какой еще хентай? Мне патроны нужны. Это его колбасит. Вот где можно. Так, это у нас что? Дозорные. Ля, такая, лежит 250 баксов, бери, не хочу. Раз, два, три дозорных, четыре дозорных. Ясненько. Ну давай, броник берем. Да, дозорных тут вообще немерено. Так. А, он пописать зашел. Ну, давай. Только быстрей. Мы тут с ребятами. Я прохожу, ребята смотрят. Блин, уже 6 косарей насобирали. А, ну да, мы ж нехило так ограбили. Долго ссать будешь? Ну, реально охренел, что ли? Так, хреново туча дозорных. Как это все разруливать? Так, ну давай, дозорный какой-нибудь. Такс. Ну окей. Ну, пока вроде справляемся. Так, нужно... дозорных немерено. Одни дозорные остались. Минус один. Вот этот парень, наверное, кого спасти нужно. А, не. Найти Ральфа. Ну, вот это он, наверное. Мне что-то так кажется.
Куда ты пополз? Дубина. Посмотри на меня. Ну, отличненько. Отличненько. Бабло, патроны. Отдаем. Ты жив, чувак? Я в тебя вроде не стрелял. Так. Еще один дозорный остался, да? Аптечка. Нам нужно 4 аптечки. Ой. Чуть не провтыкал. Деньжата. Это у нас что? Еще бабло. Я тут, чувак. Эх, я человек-невидимка. Блин, все в мясе. Ну, я думаю, мы тут особо ничего не испортим. Так, аптечка, бабло. Там внизу где-то. Ну, сейчас все и пособираем. Чувак. Чё ты показываешь? Воу-воу-воу. О, наконец-то он раздуплился, что тут небезопасно. Дошло таки. Так, давайте обратно вниз спустимся, дабы понаходить бабло. Ну, что оно валяется? Вон вижу. Врагов уже реально не вижу. По-моему, мы тут нормально так всех перебили. Так, и, кстати, тоже тут по бизнесу урон хороший нанесли. Это здесь еще деньжата лежат. Вот они. Что-то там находится. Пойди разбери, что. Аптечек, конечно, немерено. Морозилка. Так. Ну давайте пройдемся по этому этажу. Слушай, не маленькое такое помещение, я бы сказал. Нам нужно будет в него еще раз залазить. Exit. А, ну давайте, что тут валяется?
Это не тут. Ага, ну ладно, хорошо. Текс. Чё? А что это значит? Провод? Ты куда? В девушку воткнулся, она исчезла. Вот так вот. Провод от телефона есть, а девушки нет. Так, ну тут мы были. Да? Так, цех. Так, нам нужно отсюда как-то обратно попасть наверх. УЗИшки. А, вот она. Вот еще денежка. Отлично. А, револьвер, типа. Дозорных, конечно, четверо, еще такого не помню, что было. Понятно, оно все будет только усложняться, но. Так, там внизу еще что-то провтыкал. Так, ты подождешь, парень. Гора бабла. Это то, что я искал. 750. Все. Нормально, уже 10 косарей опять на руках. Мы еще не все собрали. 250. Так, здесь где-то. Отличненько. 11,5, да? Здесь где-то... А, вот. Понте Верден. Коллекция. Варгас, новый Варгас. Зачетенько. Так, больше тут. Вот там еще где-то есть бабло. Ой, хорош. Кстати, 12 косарей на руках. Ну, не знаю, где-то там внизу, по-моему, что-то еще осталось. Ну да ладно. Спасибо, говори. Ну, так, еще 10 тысяч. Медведем Данелли. Так, здесь пропаганда. Так, ну это понятно. А, то есть мы уже повыполняли, ну, в смысле, норматив сделали, но, тем не менее, я не успокоюсь. Так, крышевание Понте Верден. А чё он такое маленькое? Уничтожить команды Громил. Вот, вот это я хочу. Чего? Интересно, ну ладно. Хорошо, давайте команды Громил уничтожим. Не совсем я понял, что они этим имели в виду. Ну, в плане, что карта выделяется как-то по-странному. Ну и пофигу, на самом деле. А вы тут уснули? Перерыв. А, отсюда даже выйти нельзя. Вы думали... отсюда типа тикануть, да, через эту дверь, а она закрыта. Вот незадача. Вот, там еще что-то внизу валяется. Где ступеньки вниз? Тут где-то ступеньки, да?
Вон, там вижу, вот где-то здесь. А, это записка. Сами читайте ваши записки. Так, по-моему, там был выход еще и на крышу. Если меня не глюкануло. Вот это что это за выход такой? Что это за выходки такие? А, тут скот. Типа, я понял. Там, кстати, пропаганда. Какие-то свиньи ее развесили, 100 пудов. Коммунизм is freedom. Прогресс. Так, и нужно, да, громил раскрошить. Ну, мы это прям с большим удовольствием. Так, давайте найдем транспорт. Ну, а чё я гоню? Зачем мне искать? Вот на вот это ещё не катался. Just gonna take a squirt, then I'll get her out here. Он сюда подогнал. Ну, отлично. Так, тут, правда, есть что пособирать еще. Вот. О, красный этот, блин. Чё они разъездились? В полицейском отделении плейбой. Или где-то там копов немерено, и у них плейбой. Все вокруг на плейбой, на это. На голых девок. Они идут на свет, мотыльки, да, а эти копы идут на голых девок. Да, хороший тазик тоже, я скажу. Пластиночку. По сраке надаю. Прячется он там. Сумка с баблишком. Окей. Сколько у меня? 12500. Пора бы их как бы слить уже. Свидетелей нет. Замечательно. Так. Бабло. Бабло, забирай мое бабло. Отлично, 65 косарей. Так, и куда нам дальше? Здесь у нас есть черепушки. Сразу с прослушкой. Тита Леоне. Без года недели из тюряги Тита мигом нашел свое место в команде Сонни. Выбивает долги из несчастных бедолаг. Реакция у него после отсидки плохая, поэтому он часто подставляется. Угу, я понял. Ну окей, не вопрос. Короче, нам остался один информатор. Так, это у нас кто? Крышевание. Разгромить магазины. То есть, магазин... Да, нормально. Может, еще успеем в этой серии это наколбасить. Грузовик, блин, поехал неудобно как-то.
стоять. Подожди. Или это наши его там прижимают? Давайте подсобим. Они по-любому по этой дороге будут ехать. А, не, наш просто кто-то из наших там едет. А, это крышевание. Ну, в смысле... Extremely dangerous. Не шутите? Давай, топи, блин. Меня расстреляли, типа? Да насрать, а я бабки слил. Понятно вам. Лузеры, блин. Давай уже. Главное, мы расстреляли, я не увидел, что там это по бизнесу как-то... Ну, дало нам прибыли, не дало. Убить. Подожди, тут же у тебя где-то что-то... Здесь, да? А, или в той комнате. Ну, давай глянем, что там у тебя есть. Варгас. Так, и что у нас по Варгасу? Отличненько, отличненько, я бы сказал. Я уверен, эта девушка, с которой все это рисовали, сейчас вообще чья-то прабабушка. Но... Время беспощадно. О, и вот это давайте... Заценим новое пополнение нашей коллекцион. Что это у нас? Какие-то странные. Вроде одна, а там другая какая-то. Подвох какой-то. Так, можно с этим, с Берком, да, пообщаться? Кстати. Почему бы и нет? Whichever shitstorm you take on next, don't forget about old Berk. You're just letting Salt stew in his juices. Cocksucker needs to be put down. Still can't believe that he's gone. He was a good boy. Never appreciated how good until now. Mm-hmm. Так. Чё это? Это моё-то зло? Интересно. Ну, давайте сделаем уже. Конечно, у вас... Колдобины, а не дороги. О, зато не сбил гидрант. Так. Все, не ведемся больше. Воу, на красные эти. Грузовики, которые выжигать нужно. Сюда, что ли? Блин, говорю, не ведемся. Ну и насрать. Утихомирил. Так, ладно, давайте. Нам срочно нужны патроны. Это что-то как-то без них неинтересно.
Грызы, кстати, я думал, нормально так рванет, а мы что-то его только спугнули. Всадили в него две обоймы. Патроны есть. Замечательно. Так, теперь нужно сделать прослушечку. Где мой... А, вот он, мой таз. В парке люди гуляют. Так, где у нас прослушка? Левее, вот здесь, возле дома, да? Там у кого-то мутузят, люди отдыхают. Понятно, никто не будет вмешаться, ну, в основном, но как бы сидеть тихо, мирно смотреть тоже как бы не особо приятно, как по мне. Ага, отличненько. Блин, что-то я лажанул. Да ты у нас снайпер. Как я посмотрю. Ну, я тоже, конечно, такой снайпер еще тот. А, ну этот еле живой. Бабосики забираем. Сумка с деньгами забираем. Пожалуйста, уже... Больше косаря у нас на руках. Таз, кстати, тоже хорош. Чё-то я хотел. Ну, пожалуйста, появляются постоянно вот эти ребята. Так, ну это уже все в следующих сериях будет, я думаю. Наверное, да? А, либо эти... Блин, эти близко. Давайте мы успеем их защемить. Блин, еще и это зло. Короче, всего немерено. Это нас провоцирует. Давайте по-бырому вот это заберем. Раз уж мы тут по-близкому. Так, это забрали. И там пропаганда, походу, есть где-то. На машине, думаю, не стоит сюда кататься. Я в водичку, скорее всего, свалюсь потом, если поехал бы. Рыбаки, кстати, красиво тут. Не то, что там болото. Злые какие-то. Freedom in communism. А что этот чувак покончить жить самим убийством хочет или что? Что ты там делаешь? А ну свали. Бля, не падает все. Ну отвали. А, ты у нас любишь по воздуху ходить? Ну ладно, все, вопросов больше не имею. А ну, а ты свалишься? Нет? Упс, сорян. Сорян, чувак, я оступился. А ты что делаешь? Бля, купальники ржачные были раньше. О, вот это нормально. Это по воздуху ходить не умеет. Плюхнулась. Ну, лучше же скупнуться, чем вот это сидеть. Причем она, по-моему, исчезла в воде. Бермудский треугольник какой-то. Слушайте, да, пляжик, уматно. Будем знать, где тут пляж. Бля, какая-то тетка странная очень. С шевелюрой. Это она хотела в мою тачку быстро сесть или что?
Ну давай. Бой на дороге, выбор цели. А. F, да, я понял. Так, LKM, распределить враз машины, тарани их. Удерживать контрол. А зачем вы мне это сейчас сказали? Так, нет, нам сюда. Да, я проеду. Какой-то тут, я не знаю, курорт или что. Кстати, журнал, блин, там журнал есть. Кто-то втихаря на высоте это уединился и читает Мурзилку, да? Ай, ребят, еще и два пацана, ну вам не стыдно, ну? Ох, явойщики. Ох, ребята. Ну ладно. Пойдем глянем. Да, пляжные картинки. Весело. Так, куда нам? А, на кладбище. Ну ладно, давайте. Трипл хедшот. Короче, доминейтинг у нас. О, и сумка с баблом, которую они пытались выманить. Всякими хитростями, да? Так, супер, отлично. В следующей серии, я думаю, мы поставим прослушку здесь. Потом пойдем сюда, и все, у нас район будет под нами. А, вот еще вот задание тоже здесь позаниматься. Ну, короче, есть чем заниматься, и это радует. Так, вон еще эти мясники, блин, вышибалы, громилы. Да, всех перебьем. Вот, поэтому не забывайте подписываться на канал, да, ставить лайки, если вам понравилось. Вот, делать всякие такие интересные дела, которые вы и так любите делать на канале, в группе ВКонтакте, везде, где вы меня найдете. Вот, ну и оставаться такими же позитивными. С вами был я, Серафим. Пока, увидимся в новых видео и в самом светлом будущем.